После изученной информации с телефона Вилли начал поиски главаря бандитов. Но путь его не будет простым. Снова на моем пути бандюга. Сейчас я его проучу. Вот и все, путь свободен. Ой, фух, осталось преодолеть еще немного препятствий. Так, непростая головоломка. Но я справлюсь. Преграды пройдены! Нелегкий путь прошел Вилли, но он все-таки добрался до особняка главаря. Здесь нужно держать ухо востро. Просто так главаря не взять. Он очень хитер. Ой, что это? Западня! Но я был готов к этому! Главарь пойман! Вот я вспомнил, где я видел этого типа! Да это же злая уборщица с банка! Вилли попал в бандитское хранилище. Ему предстоит разгадать головоломку, чтобы открыть дверь. Должен довести это дело до конца и вернуть деньги в банк. Вилли стал знаменитостью. О нем писали все газеты. Подписывайся на наш канал, и ты узнаешь много интересного.